рекординг написано. А, и он там файл, наверное, будет. Ну, вот. Так, значит... Вот тут Telegram, там сообщение вот это. Да. Транзакция YLB. YLB. Голосую за то, чтобы Ярослав был председателем ДЭ. Так. Значит, ты запихиваешь эту транзакцию. Ну и я тоже. Я ее запихиваю через... Все, записал. Сообщение. Votting. Или сообщение. Ну да, voting, да-да-да. Так. Voting. Нет, все-таки создать новое сообщение. Через сообщение. Текст. А, вот я записал уже. Я попал в блок. Ну, я сейчас тоже запишу. МТ-6. ОТ. Окей. Исторический момент. Ну да, у нас тут история, он 2.03, первый был. Так, не все так просто. Мне надо... Так, надеюсь, я экран не транслирую. Так, сейчас. Надо войти же под своей учеткой. Вот это по всей видимости. Так. Значит, я вижу два сообщения и создаю новое сообщение, собственно, такое же, за то, чтобы, голосую за то, чтобы Ярослав был председателем ДЭИ. Так, создать. Ну, вроде... Вот третье вижу сообщение, да? Все, записалось? Да, есть. Ну вот, значит, подождем Григория, ну там в режиме реального времени. Здесь я не понял, как share о десктоп. Вот. Так, если запись идет, то, значит, надо войти в Buidl, ну, я сейчас Григорию, да, buidl.day.su, войти в свою учетку, дальше нажать кнопочку
Преференс настройки, перейти на месседжинг сообщения и создать новое сообщение, в котором, собственно, сообщение взять такое же, как отправляли мы с Романом, версия 1, тип сообщения 6, транзакция Y, вот это вот, короче, вот эта вот транзакция, вот она, номер транзакции. И вот Т, Ярослав, чтобы проголосовать за Ярослава. Скопировать. Так. Создать новое сообщение. Вставить и кнопочку создать. Все, после этого она будет отправлена в блокчейн, записана. Так. Вот. Короче, я останавливаю запись. Угу. Давай на этом пока завершим и там в четверг-пятницу еще раз созвонимся. Хорошо, давай. Ладно. Все, давай, пока.